Депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от партии «Единая Россия» Андрей Яцишин и Станислав Улитин приняли участие в рейде по контролю за несанкционированными свалками на территории Одинцовского округа. Вместе с руководителем теруправления «Большие Веземы» Сергеем Хациевым и сотрудниками МБУ депутаты осмотрели контейнерную площадку в поселке Малые Веземы, которая обслуживает более 400 частных домов. Русский региональный оператор самостоятельно принял решение убрать с этой площадки большой контейнер. Оставшихся баков явно недостаточно. Депутаты-единороссы взяли решение вопроса на контроль и в ближайшее время проблему рассмотрят на заседании комиссии по экологии.